Друзья, приветствую вас на канале «Разводня как хобби». Решил сегодня показать вам меченосцев, которые у нас примерно 2 месяца назад отметала самочка вильчатая. И какие красавцы у нас получились. Ну вот им сегодня без 5 дней 2 месяца. Размер, короче, их примерно 3 сантиметра. Ну, есть чуть-чуть больше, но в основном 3. И меньше даже нет, они практически все одинакового размера. Тогда с ними одновременно и гуппи самка рожала там, ну, я их там содержал всех вместе. И вот теперь они значительно меченосцы превышают в развитии, ну, вернее, лучше развиваются, чем гуппи. Ну, а самка меченосца была, конечно, достаточно крупная, практически сантиметров 10 у нее размер. Вот. Ну и потомство получилось, скажем так, жизнестойкое. Значит, чем я их кормил? Практически первые 2 недели эти рыбки ели только лишь живую артемию. Потом постепенно начал включать им в рацион, ну, обычный сухой копинс гранулы. 0,5-1,2 мм. Они хорошо размокали в воде, рыбка их с удовольствием поедала. Но вы также можете видеть, что не все они вильчатые меченосцы, потому что самец у них не вильчатый, а обычный. Сейчас я вам его покажу. Вот он какой самец, смотрите, видите? Он обычный. Потому что вильчатые, как правило, не дают результат. И вот такие красивые рыбки получились. Думаю, что из этой компании буду отбирать я и на производ рыбок. Они такие хорошей формы. Ну, удачный такой получился выводок. Ну а здесь вот внизу у меня в этом 60-литровом аквариуме то же самое развиваются меченосцы, которые на недельку раньше две самочки у меня было, две самочки вместе они рожали одновременно. И этим меченосцам на неделю больше, чем вот этим вот вильчатым, которых я показывал. Они тоже развиваются хорошо. Здесь такие, здесь, ну, такое ассорти. Здесь некоторые даже есть больше 4 сантиметров уже размер. Ну, получается им 2 месяца и там неделя, скажем так, грубо, да? Вот. Ну, здесь всякие берлинцы, кубинцы и просто красные. Ну, такое ассорти. То же самое питаются сейчас в основном, я им даю сухой корм, даю им, и через день даю им артемию. То же самое, нормально развиваются, готовая рыба к продаже. А вот еще один совсем маленький заказ подготовил. 4 гуппи, 5 данио и сомик крапчатый. Рыбки едут к новым аквариумистам. Ну вот такое коротенькое видео. Всем удачи, хорошего настроения, пока!